Сегодня в Большом концертном зале прошел губернаторский прием. Он был посвящен Международному женскому дню. На праздник приехало больше 1000 гостей со всего края. Со сцены женщин поздравляли красноярские артисты, а также приглашенная звезда Валерия Меладзе. Ирина Алиева с подробностями. Тут фотографируют на память в бальном платье, а тут с цветами на качели. Рисуют красками открытки и дарят изображение собственного силуэта. Скучать гостям некогда. Создаю вот такие открытки с помощью канцелярского ножа и два вида. Вот цвет любой. Вот. Человек садится, 1-2 минуты рисую, минут через и отпускаю. Минут через 5 приходит, забирает открытку свою на память. С праздником всех. Развлекают, да, музыканты, мастера песочного искусства и флористы. Правда, сегодня они делают не букеты, а украшения для волос из живых цветов. Сегодня в Большом концертном зале проходит прием от имени губернатора в честь Международного женского дня. Я успела посмотреть плетение цветочков, вырезание силуэтов, сфотографировалась где только можно. Моя мечта в королевском платье – это вообще потрясающе. Фотограф просто танцует под музыку, очень красиво, все приятно. Более 1000 женщин со всего края приехали на праздник. Это и многодетные матери, успешные медики и заслуженные педагоги. Все очень здорово. В общем, как будто в сказке. Здорово все. На прием глава края приехал с супругой. Чита Кузнецовых проходит в зал торжеств. Его оформили как парковую аллею, причем с живыми скульптурами. При встрече с журналистами Инга Кузнецова подарила девушкам-корреспондентам цветы в честь праздника. А губернатор на вопрос, как их семья отметит 8 марта, ответил так. С любовью. Дорогие женщины, вас всех поздравляю с праздником 8 марта. Мы вас все очень любим. Иногда у нас не хватает слов сказать, как мы вас любим и как мы вас ценим. Но поверьте, это мы говорим редко не потому, что мы это вспоминаем только 8 марта, а потому что именно в эти весенние дни мы набираемся смелости высказать свои самые лучшие чувства и отношения к вам. С праздником весны вам счастья, любви и благополучия вам и вашим семьям. Уже на сцене женщин ждет главный подарок – выступление лучших артистов Красноярского края. Поздравляют присутствующих и глава региона. Вы представляете, как мне сейчас тяжело, а с другой стороны, как почетно от имени всех мужчин Красноярского края стоять на этой сцене и найти слова, которых, конечно, не хватит, чтобы выразить те чувства, которые мы испытываем к вам. Сказать, как вы талантливые, любимые, как жены, как матери, как бабушки, как дочери. Счастья вам, наши любимые, дорогие женщины. Спасибо, что вы. После на сцену выходит приглашенный исполнитель Валерий Меладзе. Прежде чем подарить песню, он рассказывает, с красноярскими женщинами уже знаком. Целую навигацию я был на практике в Красноярске, в Красноярском крае. Поэтому не понаслышке знаю, насколько здесь живут красивые, умные и сильные женщины. Алиева, Андрей Шалаков. Новости.